Кравченко находит хорошую передачу под кольцо Сизова. Все забыли там Александра, и он забирает 2 очка для Черкас. Глебова, и Глебов набирает первые свои очки за Днепр. Кольченко заряжает из-за дуги, и есть еще 3 очка. Качук сам пойдет под кольцо, левой рукой бросок мимо, но Сергей Загреба. Больше было похоже на передачу от Качука, отлично Загреба. Хорошую передачу отдает на входящего в трехсекундную зону Загреба. И Месяц так аккуратненько сверху уже сильно бить не стал. Положил мяч в кольцо. Мишула из-за дуги. Сегодня Александр еще не попадал. Но вот вторую четверть он начинает попаданием. Кольченко в углу, и 3 очка Александр набирает. Кобец еще раз пробуется из-за дуги, и Александр счет сравнивает. 41-41. Решается на этот бросок из-за дуги через руку того же Чумакова, и это 3 очка. Один стоял, Толик, и забивает он 3 очка. 3 очка от Шунделя. Важная треха, важная. Тимофеенко в борьбе с Чумаковым. 2 с фолом. N2 от капитана Днепра. Хорошая передача на Тимофеенко. Судя по всему, все защитники МАФ повелись на то, что этот Мишула сейчас будет бросать. Оставили они Тимофеенко одного, и Тимофеенко 2 очка из-под кольца все-таки набирает. Смотрит, кому отдать, находит Тимофеенко под кольцом, и Станислав забивает таки Тимофеенко. Очень важные 2 очка для Днепра. Днепр Мавпы 66-60, и именно хозяева выходят в финал 4-х кубка. Спасибо, до новых встреч здесь, в СК Шинник.